Утром 31 марта 1904 года Японию обуревали смешанные чувства. Ликование и глубокой скорби от известий с войны в Тихом океане. Радовались от того, что на японской мине подорвался и пошел ко дну русский броненосец Петропавловск. Огоревали, потому что вместе с броненосцем погиб воистину великий флотоводец Степан Осипович Макаров. В том же 1904 году, в разгар войны, японский поэт Исикава Такубоку напишет: «Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи, не наносите яростных ударов, замрите со склоненной головой при звуках имени его – Макаров». Враги Российской империи Макарова боялись и безмерно уважали. Один только факт назначения адмирала на пост командующего Тихоокеанской эскадрой существенно изменил котировки ставок на победу в войне. А с гибелью адмирала Япония уже не сомневалась в несокрушимости своей армады. Гениальный ученый, изобретатель, тактик, флотоводец. На счету адмирала более 50 научных трудов и сотни изобретений. В 22 года мичман Макаров предлагает внести изменения в конструкцию кораблей, чтобы улучшить их плавучесть. А изобретенный гениальным юношей пластырь для заделки пробоин был рекомендован всем судам русского флота и отправлен на всемирную выставку. Среди других его изобретений – макаровский колпачок, бронебойное приспособление на снаряды. Степану Макарову приписывают изобретение семафорной азбуки, а по его книге о тактике ведения боя до сих пор готовят морских офицеров в разных странах. Степан Макаров – единственный русский флотоводец, который служил на всех четырех флотах Российской империи. Причем начало российскому ледокольному флоту положил сам. По его чертежам строился первый в мире ледокол «Ермак». Под его командованием совершался первый выход в Северный Ледовитый океан. За 4 года до войны с Японией Степан Макаров пишет в морское министерство о слабости обороны Тихоокеанского флота и просит отправить его на Дальний Восток. Но чиновники медлят. «Меня не пошлют, пока не случится там несчастье», – писал он своему другу Фердинанду Врангелю. В итоге Макарова все-таки отправляют на Дальний Восток, но командовать эскадрой ему суждено чуть больше месяца. По иронии судьбы, все 40 лет службы на море флотоводец, изобретатель и ученый Степан Макаров посвятил разработке технологий непотопляемости кораблей и укреплению боеспособности флота. Победитель брони и дедушка минного флота называли его моряки. Броненосец Петропавловск под флагом командующего эскадрой налетел на мину, взорвался и затонул. Победитель брони погиб вместе с кораблем. Во Владивостоке есть памятник адмиралу Макарову. Долгое время он стоял на площади Луговой, после реконструкции которой его решили перенести. Во время работ по переносу памятника на набережную городские власти долго думали, как бы установить памятник так, чтобы он смотрел и на город, и на море.